Всем привет! Специально по многочисленным просьбам 4К обзор лучшего шуруповерта Makita. Многие звонят спрашивать, посоветуйте лучше по цене, по качеству. Значит, смотрите, вот моделька у нас DDF-453RX-X7. Почему лучше? Ну, по цене. Давайте, чтобы вам было интересно, до конца этого года вот такая штучка вы сможете купить у нас по цене 3100 гривен. Там какой-то промокод мы придумаем. Значит, этот шуруповерт имеет все базовые нужные вещи, а именно две скорости. Ну, на руку очень приятные ощущения, прорезиненный. Здесь у нас есть 16 степеней зажатия. Есть блокировка шпинделя. Вот тут, допустим, есть такое вот еще, знаете, колечко, которое защищает от повреждения. Там такая вот пластмассовая муфта, оно ее защищает. Так, по скоростям. На первой скорости, по-моему, 400, на второй 1300. Вот по скоростям. Но суть не в том. Раньше такой шуруповерт стоил 5200. Сейчас в акции он около, ну там, RFC 3500. Но те, кто смотрит наше видео, 300, я уже сказал, отдадим. Ну, почему он? Конечно, тут нет этих модных бечеточных двигателей, нет удара. Но я вам скажу честно, половина клиентов даже не понимает, что такое бечеточный двигатель, что такое удар. Но я вам скажу, бесщеточным двигателем шуруповерт с аккумулятором и с зарядным устройством вам станет, ну, сейчас вам покажу, вот такое зарядное устройство, если у вас нет. Ну, 5-5,5, понимаете? А по факту, как бы батарея здесь современная, 18-вольтовая. То есть подойдет абсолютно уже потом под любой инструмент. Как вы знаете, вот иногда смотрите, о, Makita там, цена 4000. В Makita 90% инструментов это цена за тушку. То есть без аккумулятора и без зарядного устройства. Понятно. Поэтому на подарок, особенно вот у нас приходят там женщины, мужчинам на подарках, лучше взять уже готовые и батарея, и зарядное устройство. Потому что если, допустим, у вашего там человека, мужа, Bosch или что-нибудь еще, и вы ему подарите тушку, то есть шуруповерт без аккумулятора, это просто будут выброшенные деньги. Спеццена базово очень хороший шуруповерт. Есть там как бы модельки чуть-чуть поменьше в цене. Ну там люфты есть, вот такие вот старые маленькие модельки. Поэтому за 3000 гривен, за 3000 гривен вы получаете настоящий японский оригинальный шуруповерт. То есть это 100% оригинал заправочной станции. Если подделочки, они вот так вот тут заряжаются, то это 100% оригинал на гарантии с гарантийным талоном от Makita. Ну, пока вот Новый год, за 300 сделаем. Специально снимаем, чтобы вы могли рассмотреть, как выглядит, как сделан. Потому что, ну, иногда хочется просто рассмотреть, как оно что. Потому что вот так открываете шуруповерт Makita. Там их, ну, 40 моделей точно. И если вы там не мега специалист, мега профессионал и не понимаете, что вам надо, то вот берите вот эту, по крайней мере, весь 2020 год, он вам будет служить верой и правдой. Ну, нету каких понтов. Нету понтов, вот эти вот подсветки вот это вот. Это единственное, вот чего нету, и, грубо говоря, ну, как бы, что может смутить. Ну, не знаю. В 90% случаев она особо не нужна. Зато модель неубиваемая будет служить вам верой и правдой. Поэтому, ну-ка, это наше субъективное мнение. Поэтому, что, ребят, приходите, покупайте. Спеццена
спецусловия. Ну, если нет, то можем посоветовать вам и другие модели. Makita, Bosch. Хорошие цены. Добро пожаловать в компанию Электромотор. Такой быстрый обзор на скорую руку. Все.